Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет обзор на очередного героя 20-го прорыва. Герой довольно-таки интересный, для многих без донатов бесценный, востребованный, пвпшный герой. То есть вот такой вот у нас будет сегодня Storm Eater, Повелитель Бурия, ПБшка, Повелитель Дырочек, я его называю, как мы только его не называем, но в общем герой действительно очень обалденный, но есть минуса, сразу говорю, он очень быстро сливается. Массовый урон, офигенные статки, обалденный скилл. По талантику у меня ожива, с оживой я вам говорил почему, но сегодня для меня это самый интересный талантик, потому что он во многих случаях реально спасает, и да, без доната его тоже можно прокачать, хотя бы даже там на восьмерочку, это уже будет неплохо. Герой, если у вас, конечно, есть ремка, для этого героя надо сразу включаться. Набор у него, в принципе, не слабенький, но все равно. Вот такая вот сборка, плюс доспех, собран он на урон, на крит, рунами ремка стоит. 20-й прорыв, то есть статки вы видите, плюс 500 тысяч, 800 тысяч у него по статам. Можно разные сборки делать, тестировать, можно разные, у меня есть с огненкой, там куча всего, я вам уже устал тестить, показывать, какие таланты. Думаю еще вам заснять видосик по поводу талантов обновленный, возможно буду каждую там обнову делать, в зависимости от того, какие таланты выходят, ну посмотрим. Пишите в комментах, что вы по поводу этого думаете. Поехали. Так, давайте начнем с рейдов. У нас матчбокс, его будут сейчас шатать просто. В торжалке он будет сливаться, но это все фигня. Нам самое интересное посмотреть, что же он все-таки сможет сделать вот с этим вот Анубисом. Так, включился. Ну, как видите, урон довольно-таки уже неплохой. То есть он Ануба так нехило шатает, станет. Все дела, Анубис тоже прокачанный, но Анубис, как видите, просто обычным первого уровня. Так, череп. То есть такая сборка, обычный бы уже давным-давно слился ПБшка, а этот еще хоть кое-как тащит. Посмотрите, разобрал. Практически разобрал. То есть вот так вот. Для этого, в принципе, я его в основном и качал для ПВП локации. Такс. Сори, ребят. Эта сборка не максимум идеальная. Отлично. Отлично. Отличный тест у нас. Сейчас перезагружусь. Не дают нам нормально затестить. Так, окей. Продолжаем наш тестик. Ну, сори, ребята, там даже хромаки, он где-то подвисает после роллинга. Мега имбового. Ну, таких роллингов реально очень мало бывает, веселых. Так, окей. Поехали. Поехали еще в рейд посмотрим. Так, Минотавр. О, Фрея нет, отлично. Давайте против Миноса и Огника потестим. Ну вот тычка просто, и половины жизни у него нет. Огник просто ушатал. Да, он классный, но, как видите, печально все очень. 700 тысяч, то есть ресается. 700 это не фул отхил его. У него из-за 9 оживы там не максималка, 70%. То есть, по сути, у него где-то лям. Плюс-минус. Ну такое. Не знаю, поехали посмотрим его на других локациях. Давайте с подземок начнем и потом постепенно перейдем до PvP локаций. Такс. Ну плюс тут еще панчбокс для урона. Можно было бы его с пак там протестить, но и смысла от урона, я вам скажу, нет на этом герое. Ну вот шедев, что-то такое. Вот посмотрите, урона тут и так хватает. Сливается. Стан, слив, стан, слив. То есть такой вариант, ну, честно говоря, не очень.
Так, давайте уберем нафиг этот пэнчбокс, лучше поставить ему слона, чтобы не станили. Думаю, будет лучший вариант. Где мой слон? Вот он. И мисок будут. Ну, как видите, вот. Ну, выносится на раз-два, поэтому тут нюансов хватает в сборке, в прокачке. Так, хорошо. Посмотрели мы это, пошли на арену. Мне больше всего он зашел с священным огнем. Вот священным огнем как-то он реально хорош. А это такое. Вот смотрите, смотритель сколько сносит. Это просто ужас. Все? Весь бой. Ужасно. Ну, как видите, не то. Прорыв ему не дал того, что дал там другим героям, как Польт, например. То есть, да, ПБшка кайфовый герой, все дела, но... Как видите, вариантов не особо много, что он будет жить. Ну, хотя, если СО собрать, то он будет неплох. Так, ну такое. Давайте сделаем смену, может еще кого-то найдем интересного, кто нас не сможет слить. Я думаю, тут все будут сливать. Станет он, конечно, своим скиллом классно, но все, опять минус. Как видите, даже 20-й прорыв не дает ему того. Можно, конечно, его собрать на уклонение. Поставить ИСО, нормально сделать ему деф, поставить ангела, тогда он будет более-менее неплох. Пишите в комментах, хотите увидеть, сделаю такую для вас сборочку, посмотрим, что он может и сравним, конечно же. Поехали на ПВП локации. Тут будет более такое... давайте экспедицию сначала и потом еще на ПВП забежим. Так, ну видите, ударил совсем в другую сторону. Чуть не слили. То есть опять же рандомчик. Давайте как-то так попробуем. Ну тут получше уже. Сейчас посмотрим, что он сможет Фрейе сказать в ответочку. Не знаю. Может ли он Фрейя удалить? Посмотрите, сколько Фрейя урона наносит ему. У него, конечно, жизни-то поболее, но все равно два раза. Вот чисто для таких вот ситуаций, возможно, и ожива даже лучше, чем ИСО. Но универсальная будет ему все-таки священка. Видели, да, какой урон? Это просто жесть. Фрейя, конечно, особенно нормально прокачанная. Считает всех все и вся. Ну, тут... Опять же, отражалка, вот чисто из-за отражалок, вот из-за таких вот ситуаций можно его делать таким, вот видите, если был бы просто там СО, там, либо урон на урон талант, от моего огника бы уже ничего не осталось. Вы говорю огника, блин, вечно что-то огника с кем-то путаем, ну, по башке. А вот ожива реально она вытащила. Да, он не такой там мега танк, каким должен быть, но он свое делает, честно говоря. Слили, он реснулся еще раз, ну то есть вот так вот. Ради этого есть смысл такой прокачки. Но прорыв, как видите, ему особо каких-то привилегий, бонусов не дал. Ну все, до свидос. Такс. Поехали сюда.
Там, кстати, писали, хотят увидеть, как с топами воевать. Ну, вот это, кстати, интересная идея. Аккаунт в ЗБшке. В принципе, прокачанный у меня. Бегать против топов. Так, смотрим. Ну, тут он ударил, но Лазуля, как видите. Хотя у него есть еще возможность. Хрона слил. Нет, думаю, нет. Остался Некрос. Отхила нет. Его просто ушатали. Ну, троих героев он с пяти вынес. Это уже тоже, в принципе, показатель. Но это не то, чего хотелось бы от него. Вот видите, вот чем ожива полезна. Герои ресаются после того, как их слили, и включают ремку. То есть ара, вот и все остальные. Тут герои стоят у меня сейчас как раз таки с оживами. И ПБшка точно такой же в этой пачке будет смотреться очень круто. Особенно, чем круто, то что если там есть вражеский ворожей, которого ремка, и он снимает и дебафит, ворожей ресается, допустим, и сразу же нормально снимает баф. Ара убили, ара он реснулся после того, как ворожей вражеский ударил, да, то есть он уже не может своих снять баф, ну дебаф. И мой ара ударил, то есть заблочил их. И получается, надо ждать кулдауна. То есть так вот, то есть есть в оживе однозначно плюс, то же самое в принципе и в ПБшке. Если он у вас с оживой, он будет очень-очень неплох. Но опять же, ситуации очень много, разные вариации. Поэтому тут раз на раз не приходится. Вот видите, моих вроде как бы моих убили сейчас. Мой реснул, мои реснулись после этого и сразу же ультанули. Так вот. То есть плюсы в оживе очень-очень неплохие. Особенно на смотрителях. Испытания смотрителя там тоже неплохо. Они заходят. Так, смотрим. Вот. Просто вау, сразу. Как будто его здесь нет. К сожалению. Вот видите, опять та же самая ситуация. Ара резнулся. Заблочил. Все. Даст видос. И никакие охники не спасают. Смотрите, как смертушки сливаются на этом, на девятой охнинке. Нормально так себя дамажит. Так, отлично. Ну, такое. Хотя урон, посмотрите, какой урон проходит. Нифига себе. Это было реально круто. Ребят, ну, по-моему, это было эпичненько. Красавчик просто. Красиво, красиво он, конечно, на краса и Вольта сделал. По красоте. Ну, такая же опять ситуация. Вроде казалось бы пачка тут нету там донатных таких особо героев. Вот видите опять просто ара блочит. Точно так же он и Фрейя блочит. Против Фрейя очень актуален он будет. Все, красавчики.
Да, неплохо, неплохо у него урой, я вам скажу. Урон вообще супер. Нравится он мне. Хотя тут сборка там не особо там мега эпическая, но интересно, седну вынесет или нет. Или она его шатанет. Хотя, посмотрите, какой там смешной урон ей наносит. Она, судя по всему, СО там full death. Нереально просто. Махатма живая, хорошо. В общем, вот так вот, ребят. Что я могу вам сказать? С одной стороны, да, 20-й прорыв дал плюс. С другой стороны, особо усиления нет. То есть, да, он там стал круче, чем другие герои, но они, опять же, они сейчас не прокачаны. А вот когда они прокачаются, вот тогда будет реально полный трэш. И он, я не знаю, сможет, не сможет. Ну, в любом случае, я его буду еще перекачивать, скорее всего, тестировать талантики. В общем, вот как-то так. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.